Всем привет, с вами ProGamer. В этом видеоролике я хотел бы вам рассказать об одном очень интересном приложении, и называется оно Filmiga. Ну а также отмечу, что это приложение доступно совершенно бесплатно на платформах Google Play или же App Store. Ну а на платформе Google Play это приложение имеет вот такую вот статистику. Статистика довольно-таки хорошая, не у каждого приложения есть подобное. Ну а также перед началом самого видеоролика хотел бы вас попросить подписаться на мой канал, ведь меня смотрит большая часть аудитории без подписки. Подпишитесь, мне будет очень приятно. Ну а на этом мы начинаем сам видеоролик. Итак, при входе в это приложение у нас открывается вот такой вот интерфейс. Тут есть функции редактор, студия, материал, камера, обрезка и VIP. Нам потребуется функция редактор, то есть нажимаем на нее. И то, что нам необходимо, это дать доступ к галерее, выбрать из любое вот изображение видеоролик, который вы хотите обработать. То есть вот. Я выберу, пожалуй, вот какой-нибудь... Ну, сейчас зайду в раздел видеороликов и посмотрю, что можно выбрать. Выберу вот на 36 секунд видеоролик. В принципе, он подойдет. Сразу же зачастую у нас можно добавить такие вот различные стили. Стили достаточно такие интересные. Можете посмотреть, подредактировать что-то, если вам вас не устраивает данный стиль. То есть можете подредактировать его просто. Вот. Вот как видите, он у меня применился. Начинается он типа так. Вот мое видео начало тут такое идет. В общем-то, фильтр готовый уже цепляется тут сразу же. Но не суть. Вы можете не применять готовый стиль, а сделать все самостоятельно. То есть вот с нуля подобрать все это дело. Начнем с того, что можно обрезать видеоролик. То есть вот. Сделать это достаточно просто. Можно вырезать какую-то конкретную часть, если вам она не нужна. Дальше можно добавить музыку, то есть как вы хотите, то есть все на ваше усмотрение, которое вам больше нравится. Нужна громкость подредактировать и все в этом плане. Также сделать подзаголовок какой-нибудь крутой, если вы особенно в этом хорошо разбираетесь, то проблем вам в этом никаких не составит это сделать. Тут, кстати, уже у меня готовый стиль, и тоже стиль к тексту применяется свой, то есть поэтому у меня пока так сделано. Можно сделать соотношение, то есть выбрать какой-то конкретный шаблон и под него подставить видеоролик, то есть вот, чтобы он соответствовал размерам таким же. Можно изменить цвет, то есть подредактировать градиент, но это фон уже на заднем плане, то что у нас будет виднеться. Дальше у нас есть прокрутка текста, но эта функция доступна только с премиум доступом, поэтому она у нас не будет доступна сейчас. Также там есть скорость, в общем, скорость, развернуть, делать определенный поворот, гифка, увеличить, то есть масштаб, переходы, фильтры. Это вообще все очень простые такие функции. И максимум, что я могу разобрать сейчас для вас, это фильтр. То есть это определенное наложение на ваше изображение яркости, контрастности цветов, тени, насыщенности и всего в этом плане. Но вот такие функции, как переходы, скорость, повернуть, я даже не вижу смысла их разбирать, потому что они максимально простые. И разобраться в них вообще проще простого. То есть вот, тут дальше таких прямо функций, которые надо разбирать, сложных не осталось. В правом верхнем углу нажимаете вот и сохранить в галерее. Трудностей тут никаких нету. Если же вы вдруг все равно чего-то не поняли, то есть вы можете написать мне во ВКонтакте, либо же в комментариях под этим видеороликом. Если вам прям таки нужен максимально полный обзор на это приложение, то просто напишите мне, я сделаю именно для вас его, то есть чтобы вы все понимали. То есть просто если сейчас сделать полный обзор, это затянется на минут как минимум 20. А люди, которые умеют пользоваться этим приложением, то есть они сейчас сидят, может, что-то новое для себя зашли узнать, им это будет просто смотреть неинтересный разбор каждой функции, что она из себя представляет. Я, конечно, могу это сделать, но только именно для тех людей, которым это будет действительно нужно. Просто напишите в комментариях, и все, я для вас постараюсь сделать в ближайшее время. То есть вот. Ну а сейчас я буду заканчивать сам видеоролик. Спасибо всем тем людям, кто досмотрел его до самого конца. Если же вам понравился видеоролик, не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал. Мне будет очень приятно, вот прям максимально приятно. Ну а на этом я заканчиваю сам видос. С вами был ProGamer. Всем удачи, всем пока. Увидимся в следующих видеороликах.